Так вот. Ну, тактика простая довольно-таки. Просто от них перекатывать. Так, и парировать, парировать. Все. Это был серебряный рыцарь. Он как черный, только серебряный. Он послабее будет. Ну и он возрождается. Ну я вообще абсолютно не понимаю, почему с этим местом у всех такие проблемы. И второй костер Анорлонда. И Соля. Так, новый уровень, да, новый уровень. Сила. Что я могу съесть? А я могу получить еще один уровень на халяву. Наверное. Ну еще какой-нибудь на два. Черт. Ладно, пойду убью какого-нибудь серебряного рыцаря. Сейчас вот. Вот тут стоит один. Их легче всего убивать парированием. Черт. Не пей. Я не понимаю, почему я не отпарировал. Должен был. Вроде все правильно нажал. Тут так-то легко фармить. Сила, еще. Так. Что у меня есть? Большая куртова рыцаря. Всякие фигни. Ладно, пофиг. На фарме придем. Так, тут еще один серебряный рыцарь. На этот раз с копьем. Его тоже легко парировать. Это не мимик. Тут медали света, они нужны для повышения уровня в ковенанте воина света. Ну вот, в котором мы с вами. Кстати, давайте поговорим, я забыл. I would relish a chance to assist you. Ой, я чё, отдохнул к сра? А, точно. Я его уровень повышал. Ладно. Из них, кстати, выпадает и хорошее, которое неплохое. И тут призрачная стена. Темная комната и много сундуков. Один мимик. Что? До свидания, короче. Из него выпадает дубина, тайная, бесполезная, которая наносит дополнительный урон по богам. И тут оружие, броня Хавеля, которого мы убили, который в башне был еще. Самый лучший щит в игре, самая тяжелая броня в игре, которую я вообще, наверное, носить не могу. Ну ладно, мне она и не нужна. С ней навряд ли у меня получится иметь метрол. Так, тут закрыто? Да, тут закрыто. Значит, идем наверх. Тут есть вот секретный этаж, на который так просто не попасть. Ну и там кусок карты не загружается, поэтому там типа обрыв.
Так, тут есть кто-нибудь? И тут еще два мимика. Блин, когда у тебя выносливости нет, то даже сменить не можешь. Так, нет, не хватай меня. И с него падает монета. Серебряная. А, тут лучник. Этот мимик. Почти достал. Ну, почти не считается. Ух ты, как это я так? Ну и все. Из него золотая монета. А, ух ты. Ну и золотая монета. Сундук на голову. Ура. Хорошо. Очень круто. Буду бегать так. И пить в сундук. Сундук на голову дает. Кстати, давайте покажу, как они отталкивают. Вот. Сундук на голову дает плюс 20, что ли, 25% к душам. Стрела драконоборца. Но и уменьшает ваши жизни потихоньку. Поэтому я все-таки его заменю обратно. Ну а так с ним фармить удобно. Очень. Что здесь? А, здесь это я сначала открою срез. А, нет. А там что? А, там походу срез. Что-то я не понял. А, срез, это не отсюда, а на... Ой, что-то не твой демон. Ой, блин. Извини, чувак, я тебя не заметил. Если пойдем подбирать вот эту штуку, он пойдет за нами и сожмет нас. Да, такие разработчики. И демона можно расстрелять отсюда. Если как-то правильно встать. Не знаю как. Как там можно? Может быть это... Нет. Нет, нет. А, нет. Во. Ну, вы видите, насколько я ему сношу. Но это возможно, если у вас прокачан лук, в отличие от меня. Душа героя. Ух ты, хорошо. Кстати, уровень, уровень. Скоро, походу, я скажу балдерскому счету пока-пока. Так, тут нет сундука. И тут засада, которую можно отпарировать. Первая в мире засада, которую можно отпарировать. По лестнице вверх. Там лучник, которого агрить не стоит. А тут рыцарь, которого агрить стоит. И у меня призывает ФПС опять. Ну дроп ничего-нибудь. Ах. Ладно, лучник, стреляй. А вот так вот. Я мало ему урона парирования наношу. Стрела драконоборца. Не, я сначала туда пойду. Потому что там пухлик. А пухлик это хорошо. Вот он стоит. Бей ближний бой. Конечно, конечно. Сейчас, подожди. Сейчас. Ой, не то. Использовать, оценить. Ну да, вот.
that can be done. Ah, you again. Let me hear. Were you repelled by the Silver Knight? Ah, this be a shame. Tis the fate of Vanguard like you and I. I'll think of something. We can overcome it. Тут серебряные рыцари, которых нужно убить. Чтобы продолжить. Давайте кто-нибудь. Так, поздно. Люстра мешает. Когда люстра мешает, это нехорошо. Какого? Да какого? Почему я его не отпарировал? Хотя должен был. Тут демонический титанит. Статуя великана. То есть это картина великана. Это что? А, это крепость Сена, точно. Прикольно. Я раньше не смотрел сюда. Это Анарлонда размазанный, еще один Анарлонда размазанный. Oh-ho! What's on your mind, friend? Wait. You defeated those monsters? Fantastic! I'm saved! This hereby commend you. Take this as a token of my gratitude. But be warned. Gallantry entails great risk. Next time, give me a chance to come up with a plan. Кольцо, которого он мне дал, оно чуть-чуть увеличивает здоровье. Не, оно, в принципе, не надо. За что? Не знаю. Так, и это тот срез. Так. Ну и теперь пойдем туда. На секретный этаж, на который можно попасть намного легче, чем этим способом. Тут титанитовый демон, а тут рыцари. Тут рыцари и срез. Сундуки не мимики, вон они какие. Цепочки. И тут броня серебряного рыцаря. Смогу ли я ее носить? Так, ну да. Шлем их мне абсолютно не нравится. Он какой-то маленький. Ладно, вот так вот как-нибудь. Ну да, смогу. Почему бы не оставить эту? Только нужно, думаю, убрать стрелы. Потому что сквозь плащ просвечивающие стрелы — это не очень как-то. И новый уровень, новый щит, наконец-то. Балдерский уже не такой хороший. Особенно, когда не прокачан. Так, нужно мне 1000. 1000 дает... Вот это вот. Сила есть. Так, 4.0. 13.0.
Да. У меня фатрон. А вот так вот нормальнее. Ну, более-менее. Так. Какие бы наручения? Что мне вообще там? 97,5. Это пойдет? Да, это пойдет. Короче, вот такой смешанный сет. Ну и теперь у меня хороший щит. Ну-ка. Бей меня в щит. Ну, удар щитом, он снимает очень много стамины. Но им нельзя парировать. Кстати, нужно... Нужно будет сделать так. Потому что рукой можно парировать. Но если делать это не так, как я делаю. Вот так. Ладно, лук тогда будем экипировать по-другому. И... Очень известный срез, как попасть на секретный этаж. Просто так. Просто так попасть. И вот в этом зале скрывается Лотрек. Можно к нему вторгнуться и убить его. Кстати, Анорлонда очень популярная для PvP локация. Так, куда? Куда? Вон там и сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Тут спрыгнуть, тут лук. Драконоборца огромный, который. Тут эти демоны, которые должны умереть. И слышите этот стук? Да-да-да. Я ненавижу этих тварей. И тут кузнец велика. Он очень разговорчивый. И я думаю, я у него прогрыжу так. Использовать душу героя. И прогрейдить щит. 9 штучек нужно. Хотя бы до плюс 5. Очень сильно. Что ты продаешь? Так, убить. Он большие осколки продает. Мерцающий титанит, ты зеленый. Великанскую алебарду, которая короткая. Великанский щит, который неплохой алеба. А мне на него не хватает. Стрелу он продает. Болт молнии. И броню великана. И за ним стоит сундук. Здесь до него не пройти. Потому что до него нужно прийти. Извини. Открыть.
Кольцо с ястребом и назад. Кольцо с ястребом. Одно из особых колец, дарованных четырем рыцарям Гвина, кольцо с ястребом принадлежало Коху Соколиному Глазу, командиру великих лучников. Увеличивает дальность стрельбы из лука. Гох — это великан, его друг, который живет в прошлом. Как бы это глупо не звучало. Там или душа, или титанит. Я даже не думал, стоит ли идти туда. Аллилуйя! На тебе. На тебе еще. Скотина. Сюда иди. Черт. Ну-ка, а так получится? Аллилуйя! Черт! Ладно, защиту он заблокировал. Ну, вот так вот получится. А, нет, здесь обломок. Обломок — это хорошо, обломок — это всегда нужно. Он даже круче, чем большой осколок. Так, нет, 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 нет. И тут можно подняться. Кстати, можно этого кузнеца убить и получить его молот как оружие. Но я это вам крайне не советую делать, потому что он делает все оружие из душ боссов. Все абсолютно. Лучник. Лучник. Великаны, великаны, великаны. Как же у нас? Да, черное око. Так, великаны идут туда, значит, я иду сюда открывать дверь. Быстро, быстро, быстро. Та большая дверь открылась. Я не знаю, нужно ли быть человеком для того, чтобы вторгнуться к Лотраку. Наверное, да. А, нужно человечность еще поставить вот сюда вот. Вместо мха, который мне уже не нужен. И сейчас я покажу, как быстро вась к боссу. Так. Да, я по-идиотски туда пропустил. Выпьем. Раз, два. И я чуть не свалился, хорошо. Чуть не свалился, это лучше, чем не свалился, чем свалился. И, блин, идиот, я не стал человеком. Так, могу ли я... А лучше сразу сюда сделать. Да, могу. Я даже не человек. Фак! Лечиться быстро! У меня полный хп? Да. Потому что тут лечиться я с тусом нельзя. Рыцарь Лотрек, мы фантом. Так. Берем лук. Берем
стрелы. Почему бы не эти? Тут можно лечиться только человечностью. И выманиваем их. Можно, конечно, сражаться со всеми сразу. А, нет, их нельзя выманивать. Главное убить Лотарка. Фак. Долбанный маг. А, блин. Так, я знаю. А, не сюда. Сюда вот. Вот сюда вот. Да куда ты бьешь, блин, я случайно нажал атаку. Фак. Так, бежим. Лечимся человечностью. Почему это не бэкстеп? Фак. Бежим. Лечимся. Лотрак, иди сюда. На, бэкстеп тебе. Есть! Ура! Мы подхили. Да блин, почему я не могу щит поднять? Все. И мы получили... Кольцо защиты и поддержки, но к нам бегут великаны. Точнее, великан. Поэтому я поднимаю здесь. Увеличенное здоровье, стамина. Великан, иди отсюда. И вообще все. И загруженность. Ладно. И босс. Я один раз попытаюсь и закончу на этом серию. Босс 2 в одном. Арстейн и Смоук. Многие говорят, что это самый сложный босс в игре. Но я так не считаю. Есть боссы намного сложнее. По крайней мере, у меня проблем не возникало. Начнем с того, что у них достаточно мало хп. Проблема это контролировать сразу обоих. Даже не контролировать, а уворачиваться. Но здесь у меня просто хороший щит. Смог, куда ты идешь? Если убиваешь одного, то у второго жизни все восстанавливается. И он обретает суперформу. Я буду сначала убивать Смоука. Ай.
Так, они разделились. Лоб чудит, лоб чудит. Так, 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 за колонну. И лечиться. Вообще большое количество лечилок — это практически необходимость на этом боссе. А почему он второй раз не полечился, если я нажал? Даю. Я жив? Серьезно? Ладно, все, мне больше нечего лечиться. Я почти убил Смоука. Так, так, так. Все, меня убили. Я опять жив. Меня убили, но я опять жив. Да блин, переправься ты на Смоука. Ладно. Самая большая подлость в том, что когда ты уже бьешь одного, то он обычно, когда ты бьешь Смоуга, то Арштейн сразу тебя тыкает копьем. Ну да ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.